Обувная фабрика. Вот такой гусь тоже продается, как Наташа купила. Новый магазин закрылся, друг семьи. А сколько этот гусик стоит? 1080. 1080 стоит. Но у нас на 80 дешевле. Где у вас? В Комсомольске. Очки всякие. Зонтики. Это я. Панамки. Футболки. Я немножко покажу. Как обычно во всех магазинах. Это новый магазин открылся. Прямо на площади у нас. Вот такие еще гусята. 450 без копеек, там сколько? 449. А? Гусята. А это вообще большой лежит. О, какой. Он стоит 1600. О, какие у него крылья. И маленькие рядышком. Так что еще больше есть гуси. Ой. А есть вот такой. Это кто? Это кто будет? Лапки у него перекручены. 800 рублей. Игрушка. А игрушкой не пишут кто. Решила снять. Наташа такого гуся купила. Чуть поменьше, а эти уже больше, намного больше. Большие. Перевернутые. Надо их красиво было положить. 1600. Всякая обувь. Ну, как всегда, везде кроссовки. Везде такие засохшие туфли. Я их называю засохшие. Которые аж стучат. Вот как-то новый магазин открылся. Больше ничего такого нет. Тут, как всегда, щиблеты изогнутые. Кто их носит? Страшно, господня. 1000. Ну, носят, а берут. Кто-то ж берет. О, интересные какие. Ого. Да. Пластмасса. 1600. И пластмасса. О, интересные. Ой, тяжелые какие. 1400. Тяжелый. Это красненький. Это, наверное, на пляж. По песку. Наверное, так. Вся обувь старая. 1300. Это вроде как с натуралки. Ну, страшненькие. Лапти, лапти. Ну, модельную надо и на модельную ногу.
это вот для возраста. Хорошие под голову в автобусе или дома на кресле. Если надо голову задрать повыше для шеи. Это сумки. Мне не надо. Кошельки. О, ребятишек много бегают. Сумки. Сумки. Носки всех цветов радуги. Всякие платки, шарфики, палантины. Ой, выбирай, не хочу, только что-то все такое блеклое. И мужской отдел, очень много всего. Новый магазин. Очки. Все, детское есть. Вентиляторы. О, лестница, чудесница. Но еще не достроена. И здесь аренду сдают, достроена. Вот новый магазин. Так, у нас тут музыка. О, центральный рынок. Вроде ничего не надо, но маленько пройдусь, посмотрю, что есть, чего нет. О, бедненько лежит. Вот тут пирожки угощают, наверное. Мясо, рыба. Зайти глянуть. Сало. Сало вареное 350. Копченое, грудинка. Все есть. Грудинка. Сало соленое 610. Продавщица всю по телефону тормачит. Райка, дай ключ. Мясо 389. Щечки какие-то 420. Я здесь никогда не беру. Это мясо приходит издалека. Замороженное, в контейнерах. Я никогда здесь не беру. А люди берут. Рыба камбала 235. Камбала с головой. Камбала 340. Всякая. И здесь тоже. Сельдь крупная 180. Не верю, что она крупная. Налага 169. Я никогда здесь не беру. Это я уже так. Налага сухой заморозки 129. Сельдь тихоокеанская, ну тоже мелкая. Продавщица на телефоне сидит, кричит, рассказывает про свои дела. Женщины зашли, девушка, вы здесь? Она с телефоном, не отрываясь, идет к прилавку. Вот сейчас отвлекают наши телефоны от всего. О, папоротничек. Почем папоротничек? 40 рублей уже. Ну и по 50. Какой красивый. Что бы хотели? Ах, мы смотрим, чтобы садик посадить бесплатно. А, бесплатно? Бесплатно только сырок в мышеловочке. Колюсы не хотите? Колюсы? Бесплатно вас ждал. Где колюсы? Какие колюсы? Женщины. Если на клубах, совсем дешево. Что можно? Вот такие колюс. Они дома растут или на клумбе? Да, колюсы. И что, его прям можете подарить? Подарить. Честно? Да. Нет, бесплатно-то нельзя. Сейчас, девочки. Вот цветочки надарили мне, не знаю какой. Автобус, я опять на Пушкина стою. Дождик, что ли, пошел. Нет, не мой. Солнце спряталось. Я опять у этого университета. О, бабушки мне надарили. Бесплатно. Сентябринку только я купила.
сентябринку белую. Я купила. А желтый ирис подарили. И вот эти вот цветочки подарили. Бабушки сегодня добрые. Наверное, им скорее домой надо. Потемнело немножко. Такое солнце было, жарко. Я и кофточку сняла свою. Или как его назвать. Вот, разделать. Не мой автобус. Единичка. Разделать. Жарко. Сейчас дождик капает. Небольшой, но есть. Всем привет. Пришла домой. В садик. О, Катя много насадила. Вон еще насадила. Я вот принесла, не знаю, буду рассаживать. Катя, я ж не знаю, где что посажено. Понатыкаю по второму разу. Надо, чтобы она сама. Тюльпанчики расцвели. Еще. Сирень так пахнет. И яблочко. Дикое яблочко. Все, поснимала. Надо Кате позвонить, где она есть. Только домой пришла, и дождь. Я закрыла окно. Льет какой. Как увидите-то. Вот так, наверное. Ой, я закрываю окно. Катюша позвонила. Катюша подъедет. Не дома она. Посадит цветочки. Хоть там у нее уже и так много. Ну, какая-то залетела муха маленькая. Надо уже сетку стелить, затягивать, стелить. Вот такая туча налетела. Вовремя я. Такое солнце было, что и поснимали с себя верхнюю одежку. Ну, все, пойду на кухню.